Позывной Валентины Терешковой был «Чайка». Отсюда и название выставки. Космический взлет «Чайки» состоялся ровно 54 года назад. Корабль «Восток-6», впервые пилотируемый женщиной, на орбиту спутника Земли был выведен 16 июня 1963 года. Продолжался он почти трое суток. За это время она 49 раз облетела Землю, видела 47 восходов и закатов Солнца. Это историческое событие, и сами космические будни отражены в редких и уникальных фотографиях, которые Сочинскому музею Островского предоставил Мемориальный музей космонавтики Москвы. Часть из них не была опубликована. И, конечно, смотреть на эти фотографии – это просто удивление. Познаешь целую эпоху, историю космонавтики. И, конечно, проникаешься такой любовью и уважением к этой удивительной женщине, к этому человеку, которая всю свою жизнь посвятила космосу. Выставка, отмечают музейщики, просветительская. Это не просто фото героя Советского Союза и единственной женщины, совершившей космический полет в одиночку. Здесь отражена история сильной личности, которая благодаря желанию и упорству добилась своей цели. Поэтому посетить фотовыставку, посвященную 80-летнему юбилею Валентины Терешковой, важно и сочинской молодежи, уверены организаторы. Когда человек планирует свою жизнь, свое будущее, то, конечно, важно, чтобы перед глазами был пример, и не какой-то 300-летней давности, а вот человека, который живет сейчас среди нас, который вместе с нами, и, конечно, это важно.